Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Lost Planet 3. Мы находимся на своей базе. И здесь все довольны тем, что мы спасли реально часть базы от разрушения, потому что на улице бушует шторм класса Император. Реально вьюга такая, что поднимает воздух многотонные махины. Но мы неплохо справились. Знаете, вот эта вот музыка, которая сейчас играет, это потому что я магнитолу забыл выключить в нашем роботе. Музыка в игре, саундтрек просто вообще зачетнейший. Так, хорошо. Давайте же посмотрим. Для начала пойдем в командный центр, выслушаем благодарности, скажем, что да, конечно, шеф, это наша работа и тому подобное. А после этого посмотримся маленько и, возможно, купим что-то себе для пушки, какое-то улучшение. Меня всегда удивляло вот в последних экшенах от третьего лица, во всяких футуристичных именно. Что ты еще делал? Короче говоря, вот эти вот лампочки всякие. Ладно, у нашего героя, он по сути шахтер, да, и ничем таким особо боевым не занимается, казалось бы. Ну, приходится воевать очень много. А в играх про всякий спецназ, типа Gears of War там и тому подобные, вот эти вот лампочки, это же все очень сильно демаскирует нас. Зачем это вообще сделано? Пойдемте с психом поговорим. Довольно странно выглядит на самом деле. Я бы предпочел, чтобы этих лампочек не было, потому что мы светимся как новогодняя елка. А где псих? Новый журнал. Designed suit will keep you warm and safe in even the most inhospitable environments. Be mindful to charge your suit overnight and stay within range of an umbilical field at all times. Stay happy, stay warm. Будьте счастливы, говорит, будьте в теплоте. В тепле, вернее, в теплоте, господи. Вот небольшой список того, что я не хочу видеть даже во сне, когда вернусь на землю. Снег лег. Лед, мороз, шипованные ботинки, чокнутый Нил, крабы. В таком порядке. Хорошо. Блин, атмосфера в игре какая-то теплая, несмотря на то, что игра такая холодная. У меня сейчас в квартире еще холодно, у нас там реально чуть ли не заморозки, чуть ли не осень уже. Холодно в квартире, холодно в игре, а в игре при этом именно в плане атмосферы настолько все тепло и лампово, что я не знаю, мне реально очень нравится эта игра пока. Никаких нареканий, абсолютно. Здравствуйте, господа. There he is. LaRoche and everyone here at Corona's owe you big time, Faden. You sure know how to make an entrance. Corona's actual. You copy? It's serious. Talk to me, Jay. Observation pod 5 disappeared into the ravine out of umbilical range. We're trying to get a visual from camera 8, but the lens is frozen over. I'm rounding up a rescue team, but they need to know where to set up the harnesses. I'll have Peyton head down ahead of them and make contact. Keep me updated. Out. Peyton, that drink will have to wait. Here, this is a standard issue Camelot Felden grappling hook. You'll need it to descend the ravine. Don't waste a minute. I want them back alive. Ну хорошо, работа не ждет. О, привет, дорогуша. Так, что тут еще можно посмотреть? Оттуда мы пришли. Давайте посмотрим, возможно, здесь что-то новое. Но не думаю, да. Все, работаешь? Че он делает вообще? Привет. Пока. Nice work out there, man. Я старался. Спасибо. Хорошо, сейчас мы пойдем на вторую палубу, а после этого посмотрим уже, кому там и что нужно. Я хочу просто оружие улучшить. Привет. Да прекрати ты уже, блин, троллит меня.
Так, мы пойдем на основную платформу, зайдем там, купим себе всякое разное. Там, по-моему, для машин тоже улучшение есть. Посмотрим. В принципе, энергии... Я мог ее гораздо больше собрать, но в последней серии я в панике реально убегал, потому что их там были десятки. Ой. Пардон. Я хочу сюда сначала. Перепутал маленько. Те энергии, выпадающие из акридов, можно собирать и покупать на нее предметы у квартирмейстера. No shit. Ну здесь вообще такая планета ход. Привет, Гейл. Как дела? Cool. What do we get to do today? Так, цена 5, баланс 0. Здесь, видимо, что-то другое. Какие-то здесь кредиты. Не на ти энергию, понятно. А получать мы их будем... Till next time, boss. Видимо, уже после выполнения какой-либо задачи. Типа зарплаты. Шут его знает. Ну, хорошо. Как скажете. Danger keep out. Здесь товарищи, которые посвящали меня в тонкости использования туалетной бумаги на этой станции. Ничего хорошего, скажу я вам. Туалетная бумага здесь на вес золота. Так, а мне нужно привыкнуть. Где же здесь магазин оружия? Я пока что еще не совсем освоился. Вот она. Здрасте. Welcome back. Так, охотничий нож куплен, ствол большего, наверное, калибра. Ну, то есть большого калибра для пистолета. Увеличивает урон. Ну, неплохо. Улучшение приклада. Прикладом бить. А, уменьшает отдачу. Специальный компонент. Уникальный так, который можно обменять. А, то есть можно кредиты покупать, если я все правильно понял. Так, ну давайте вот это сделаем. Nice. She'll pack a bigger punch now. Though the trade-offs of that ought to tone down your recoil quite a bit. Smart. Thanks, Jim. You keep fighting a good fight. Пока. В общем, улучшили все, что могли. Неплохо. 15 осталось. Печально. Ничего, сейчас еще заработаем, я надеюсь. Надеюсь, там будут акриды. Хорошо, пошли. Роботы в этой игре, это вообще просто сказка какая-то. До того крутые. Не ешьте снег. Крутой. Ой, какой крутой. Что еще есть? Блин, такая крутая музыка. Да я уже разобрался, спасибо. Так, надеюсь, у ребяток там все в порядке. Надеюсь, все пройдет без затруднений. Единственное, но то, что там по-прежнему, я думаю, вьюга. Это меня беспокоит. Хотя, может, она уже кончилась. Интересно, а что тут? Просто туда он хочу заглянуть. Понял. Нельзя. Хорошо. Очень как-то странно эта база закреплена в целом. Не знаю, как-то опасно, по-моему. Хотя они лучше меня знают. Okay, slight problem. Looks like the blast door got frozen over solid. You'll need to manually force open the hydraulic door pistons with your claw on. The pistons are on either side of the wall there. Да, замерзло. В условиях такой, конечно, температурной активности
неудивительно. Там перепады, я думаю, пипец. Ну все, пошло как надо. Техника, вышлите, потому что это, я думаю, долго не проживет. Так, и теперь сюда. В прошлый раз нас туда не пускали. Новый приклад. Круто. О, удлиненный ствол, все отображается, все по-честному. Хорошо. Сейчас будем разбираться. Я надеюсь, только это не упадет вниз. Готово. Держитесь там. Thanks, new guy. I already like you better than the Rose. А твою мать. Крюк точно такой же, как в первой части, да? Но я говорю, атмосфера совершенно другая. И мне эта атмосфера нравится гораздо больше, несмотря на то, что первый Lost Planet я люблю. Второй вообще не воспринимаю. Меня еще беспокоит, почему я в таком положении не могу целиться. Это странно. Но с другой стороны, в Dead Space Isaac тоже не мог по вентиляции лазить и при этом пользоваться оружием. Хорошо. Что это за хрень? Офигеть, понял. Вошло. Еще один, смотри. Мне понравилось. Я в целом справляюсь. Нужно очистить, потому что это может быть проблемой для тех ребят. Мощный пистолет, да? Почему-то странно переключается оружие. Вот, допустим, чтобы с дробовика на пистолет переключиться, нужно зажимать кнопку, а чтобы переключиться обратно на дробовик, нужно по-быстренькому ее нажимать. Странно. Спокойно, реплик. Хуйка. Где ты там? Вашу же мать. У меня такое ощущение, что там где-то гнездо, что ли. Откуда их столько? Офигеть просто.
Надо прекратить уже, нет. Фу. Патрон не пропустил, с патронами уже напряженка. А мы еще только начали. Да откуда? Твою-то мать, а? Ладно, хоть пистолет такой качественный, а то мы бы сейчас попали. Все под контролем. Балда, что ты делаешь? Ну ладно, выдвигаемся. Обычный рабочий день, как я понимаю. Опасная работенка. Так, нам сюда, да? Elements Basin. Hey, Gracie, got your message loud and clear. And the tunes. Great thought. Thanks. I'm here in one piece, might be overstating it, but we made it. I'm safe. Just getting oriented. Yeah, there's nothing awkward about this at all. Guess we're gonna have to get used to it. Keep sending, okay? Remind me why I'm out here doing this. Да. Надеюсь, тебе хотя бы платят достаточно, потому что работенка не сахар. То есть тут я вылезти не могу. Понятно. Ты посмотри просто. Это внушает. Ой, музыка прям, я не знаю, как в чужих. Блин, насколько это круто. Тихо. Офигеть. Стоило того. Вот ради таких видов. Смотри, там гроза внизу. Буря настоящая. Здесь давно никто не был, то ли тут так быстро все замерзает. Не знаю. Готово.
Выдвигаемся дальше. Вот это я называю суровый климат. Хочу выходить. Безопасно, говорит, конечно. Не горю желанием, честно. Интересно, меня не сократит? Молнии бьют. Ай! Давайте ощутим своим телом это все. Офигеть просто. Так-то воспринимается совсем по-другому, да? Ну нафиг, лезем обратно. Ай-яй-яй-яй! Офигеть! Все вырубило. Замерзнем к чертовой матери. Покроемся корочкой. Твою мать! Давай! Ах, япономать! Поганая тварь! На, скотина! Да я хода же мать! На, получи! Надо было там сидеть! Да отвали ты от меня! Фух. Еще бегут! Твою мать! Понравилось, нет? Со спины. Нормально? Ну, в пасть надо стрелять. Посмотри на него. Минус. Они меня изорвут сейчас просто. Все как надо. Понял. А, блин, не входит. Вставай. Да что ж ты будешь делать? Фух. Это было опасно. Так, что мы делаем? У нас большие проблемы. Шторм уже прошел, но... Ни связи, ни робота. Ты посмотри на него, это же пипец. Там еще бегут. Так.
Нет, нет, надо бежать. Сдохни, сдохни. Он постоянно прячется в упасть. Уходим. Блин, надо отпрыгнуть после первого же выстрела. Он постоянно задевает. Очень плохо. Очень-очень плохо. Так, отойдем, отдохнем маленько. А твою мать. Сдохни, блядь. Все равно успевает своими шипами этими. Сдохни, сдохни, сдохни. Твою дивизию. Помощь будет вообще нет. Я сейчас отъеду. Спокойно. Скотина, не так-то это просто, как кажется. Так. Тварь, скотина. Что же делать-то? Муха по руке ползет. Ненавижу насекомых. Как-то так, что ли? Ну, в целом, вроде работает. Окей, давайте продолжать на дубе. Было погано. Давайте больше не будем этого повторять. Там у нас пропасть. Почему-то у меня есть ощущение, что ничем хорошим это не закончится. Куда мы идем вообще? Надо было попробовать со своими связаться. Ладно. Ну, наш герой, я так понимаю, воспринимает это. Окей, ну работа есть работа, пойдем дальше. Я бы, честно говоря, не рисковал так. Ух, только бы больше этих тварей не было. Это же кошмар какой-то. Еще ниже. Это впадина, реально впадина. Блин, как красиво. Так. Господи, покажись. Вот. Ой, плохие звуки.
Кто где? Кто-то где-то определенно есть. Офигеть! Какая-то ты большая. У меня с маленькими-то проблемы были. Может, не надо? Блин, не ту кнопку нажимаю. Хвостом задевает. Плохо. Пошло? Спокойно. Ах, скотина. Куда ж ты пошел-то? Ох, Джимми, у нас проблема. Он вернулся? Да, блин, не та кнопка, что-то. Вон он. Вы знаете, по-моему, мне хана. Встал! Откуда же ты тут взялся? Давай, уходи. Дробовику бы четкости маленькой. Было бы вообще хорошо. Патроны. О, большой папа вернулся. Оно уже внизу, да? Так, все, я понял. Я не хочу на таком узком мостике с тобой воевать. Вот так. Ай! Уходим, уходим. Зря пасть раскрываешь. Так, а ему не очень хорошо, кстати говоря. Пари мне еще. Скотина. Фу. Было напряженно. А, бежать надо. Good. It's your job to keep Corona's fuel by finding these thermal pockets on your own, planting T-posts and maintaining them when they're full. Harvest them regularly and you'll be raking in the credits in no time. Got it, boss? I think this work is just my speed. Неплохо. Только меня только что чуть не сожрали. По-моему, это все-таки опасно. And so it went for weeks and months until the extraordinary became commonplace. Dealing with the cold and wildlife became the new routine. Intense is real. I kept my sanity and wits by not thinking too deeply about what I was seeing and doing. It got lonesome sometimes, out in the Badlands. Music and weekly messages from the missus kept me company. I was making great dough, getting choice contracts. That was the point, after all. I made friends with the crew. They're a right good sort, those guys. Even LaRoche, for all his bluster, had his moments. For better or worse, I became Braddock's go-to guy. It had its benefits, but
sometimes being the one to get the call meant you ended up in some damn strange situations. What's wrong? Plenty. Harmonizer's on a set of juice. The one time I want an acre to attack. Where was I? Something about getting the call. Yeah, right. Well, now you know how hard it is to communicate off-world. In those days, Nivek had a workaround. An antenna relay on the highest peak in the area, so we can call home to Mama with minimal storm interference. It's our lifeline. 2 hours ago, we went offline, and we don't know why. We're effectively cut off from sending and receiving any off-world communications. Some acrid probably got his claws into it. So once again, you expect me to march out there and fight a horde of monsters in a rig without weapons, huh? Do you know how much of my income I waste on repairs? I want guns on my rig, a simple chain gun. My hands are tied. Nevik regulations. Yes, yes, don't weaponize the construction vehicles, but I mean in this case... Nothing. I'm not going to jeopardize my operation because of your nerve deficit. It's called hazard pay for a reason. Oh, please. Hey, boss. Just noticed ComSat's offline. Yeah. Mind if I hustle down to the relay station? Give her a gander? I was just talking to Mr. LaRoche about that very thing. Apparently he's got some concerns about making nice with the wildlife. Well, no, I don't want to just snake a man's contract. No, no, no. Take it. Get yourself killed. Not for at least double, I mean. Done. What? Be back by supper time. Нормально. Ну, двойная оплата, я считаю, неплохо. Ну что, давайте на этом завершим, наверное, эту серию. В следующий, собственно, пойдем и займемся этим делом. Судя по всему, будет опасно. Не знаю, насколько здесь вообще применительное слово «опасно», учитывая, что у нас творилось в этой серии. А это, по сути, была рутинная операция, но в итоге нас чуть не сожрали раз 50. Но, тем не менее, все круто. В этом во всем что-то именно вот такое есть. И я не понимаю вообще, как можно эту игру не любить. Ну, опять же, на любителя, конечно, все. Ну, я любитель. Надеюсь, вы тоже. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.